неоднократно говорили о ситуации с советскими мемориальными комплексами, захоронениями на территории Польши. Но я хотела бы сказать, что этой проблемы есть и другая сторона. Мы получаем большое количество писем, фотографий, сообщений от обычных польских граждан в поддержку российской позиции. Мало того, поляки пишут нам слова не просто поддержки, они извиняются за позицию официальной Варшавы по этому вопросу. И они присылают фотографии того, как сами участвуют в восстановлении тех памятников в таком оперативном, конечно, как сказать, не санкционированным сверху, а исключительно основанным на своих личных эмоциях и понятиях о морали, попытках восстановить и памятники, которые были разрушены, либо подверглись нападению вандалов. Я хотела бы сказать большое спасибо вот тем польским гражданам, которые проявляют заботу о наших солдатах. Искренне вам спасибо.